Привет, чемпион, чего такой задумчивый? Привет, да брата застал с сигаретой. Представляешь, курит балбес. Говорит, что за это его уважают старшеклассники, что так он выглядит взрослее. А я не знаю, как ему доходчиво объяснить, что это глупо. Я-то ведь никогда не курил. Это может сказаться на моих спортивных результатах. Да и в моей компании никто не курит, сам понимаешь. Да, понимаю. Надо бы мне его увидеть, а где найти этого взрослого уважаемого мужчину? Ну завтра он будет в школе. Они каждую большую перемену собираются около гаражей. А, ну ладно, до встречи. Привет, чем занят? Да ничем. А что это у тебя в руке? В какой руке? А за спиной которая? Ничего. И давно ты этим ничего балуешься? Неделю. И как? Здорово! А по-моему, это совсем не здорово, а глупо. Ты не понимаешь, так ребята меня уважают, свою компанию приняли. Я теперь не простой шестиклашка, я теперь взрослый. Компания, говоришь? Да, хороша компания. А кто это там сигареты раздает? Случайно не Митька Митрофанов? Да, Митя, но он у нас самый взрослый, в 8-м классе учится. В 8-м классе? Взрослый, не то слово. Только я думаю, ты в 9-й класс раньше него перейдешь, да и школу быстрее закончишь. Это как так? Так он же мой ровесник, только вот проблема. 8-й класс никак закончить не может, программа очень сложная. Да ну? Ну а ты бы с его покурил, да понюхал клея, так и сам бы перестал соображать. Да ты посмотри на него, он уже ни пробежаться, ни подтянуться не может, и таких как он много. У меня раньше компания была, мы вместе на сноубордах катались. Так там такая история вышла. Все вдруг начали активно курить, все кроме меня. Товарищи меня не понимали, говорили, что это круто, на что я отвечал. Вы же знаете, ребята, я не крутой, я модный. А что дальше? А дальше кто-то бросил курить, и мы катаемся и сейчас. Кто-то не смог и бросил сноуборд. Ну а кто-то стал пробовать вещи посерьезнее и пропал куда-то. Я о них ничего не знаю. Значит, ты не поддался мнению толпы? Не поддался, я остался верен себе. Скажи, на кого бы ты хотел быть похожим? На Митьку, который не может закончить 8-й класс? Или на своего брата, который станет звездой футбола? На брата, конечно, и на тебя, модный. Ладно, мне пора идти учиться, может, я еще и как Мирослав стану. Спасибо тебе, Сережа. Не стоит, ведь мы же друзья.